В Ярославле побывал Тимур Ильдарович Юнусов. Молодежи он известен как мистер Блэкстар или Тимати. Выпускник «Фабрики звезд» 2004 года выступил в одном из популярных ночных клубов города. Тимати один из самых популярных и, соответственно, дорогих исполнителей современности. В Ярославле он частый гость. Его последний концерт, как сообщили представители ночного клуба, собрал около 1000 поклонников мистера Блэкстар. Перед нашим городом Тимати выступил в Лондоне и Тбилиси. В Ярославль, как обычно, российский рэп, хип-хоп, R&B исполнитель прибыл на поезде, но в сопровождении охраны. В августе Тимати исполнится 29. Среди интересов звезды не только музыка. У мистера Блэкстар ресторан, бар, линия одежды. Ну а пресса чаще обсуждает его многочисленные романы. Я люблю девчат. Разных. Абсолютно. И у меня нет единого какого-то клише или понимания того, как вот должна выглядеть та или иная девушка и идеал. Мои женщины. Я взрослею, идеалы меняются. Там 5 лет назад было одно интересно, там 3 года назад другое, 10 лет вообще там третье и так далее. То есть я в каком-то постоянном поиске идеала. И в каждой есть что-то свое интересное, какая-то своя загадка, тайна, характер, жизненная история. Поэтому такие разные треки там от «Я буду ждать» до «Грязных шлюх», до «Рокстар», до «Сколько стоит любовь» и так далее.